плаваю в позорных и бесстыжих ваннах. В данном случае это источник со слабым раствором сероводородной кислоты, очень-очень слабый, и небольшим содержанием радона. Ну, такой цивильный, это не то, как Варламов показывал, где-то вблизи люди там сидят. Вот надо на себе испробовать, и вам потом рассказать. Тут несколько таких ванн, там вот вообще маленькое отверстие, раньше думал, что туда воду пьют, оказывается, люди туда залезают по пояс в скрюченном состоянии, как йоги. Вот еще люди приходят, там где-то бутылки собирают, просто красота. Но когда выходишь из этой ванны, вот вчера только ноги мочил, ощущение такое, ну, такая бархатистая шкурка делается, очень приятно. Понятно, что мне сегодня только вот эта лужица досталась. Хотя можно было где-то выше там раньше бы пришел пристроиться. Почему вчера здесь народу не было, я не знаю. Я по наивности решил, что сегодня никого не будет.